Новая американская доктрина предусматривает превентивные удары и смену режимов изгоев. Она впервые после Второй мировой войны раскалывает Европу. Войну в Ираке поддерживают Англия, Италия, Испания, резко против Франция и Германия. Россия относится неприязненно отстраненно. Надо шутить в своей ноги. Джордж, ты ковбой. И патроны спрячь подальше на склад. Посмотри, какое небо, блядь. Багдад! Джордж, ты ковбой. Вся страна твоя будет под водой. Всю пустыню пройдут за один час. Канонисты, пидорасы, блядь.